вот по этой дороге, по этому тротуару мы ходили в детстве. Вон стоит булочный, там была булочная. Шел и грыз хлеб. До дома булка хлеба приходила обгрызанная. Практически со всех сторон. Хлеб был очень вкусный. Вот это вот ДК. Ну, такой печальный вид, конечно. Огромные лужи. Ну, в принципе, эти огромные лыжи были не тогда. Вот я сейчас иду. Так, вот это, я так понял, территория поликлиники. Ненавистной поликлиники, в которую очень часто в детстве мне приходилось болеть, приходить сюда. Прошел вот он музыкальную школу. Так, это улица Крупской. Я перехожу сейчас в том месте. Вот здесь на углу стоял киоск «Союз Печати», где я покупал всегда почтовые марки. Сейчас его здесь нет. Вот это детский сад. До сих пор здесь детский сад. Вот этот дом Крупской. 29А, по-моему. Что номер дома не знать. Вот здесь был магазин «Культ товары». Магазин, где продавали мясо и молоко. Ну и другие продукты. Продовольственный магазин. Сейчас мебельный магазин «Уют». Вон там вдалеке школа номер один, в которой я учился. Но ту школу снесли, так как она обвалилась. И построили вместо нее другую, красивую. Там стоит он памятник воинам Великой Отечественной войны, погибшим во время этой страшной войны. Вон там горы, скалы, вон дорога, которая ведет в сторону Джиды. Туда ходит в лес. Ходили мы в лес. Вон скала, на которой мы играли. Там обитали орлы. Там поставили танк. Вот двор, в котором мы жили. Улица в три дома, где все просто и знакомо. Вот этот окно на первом этаже, где мы жили. Вот эти окна. Так, здесь был кабинет папин. Вот здесь это был зал. Над нами жил Миронов. Сверху я не помню, кто же жил-то над Мироновыми. По-моему, не могу вспомнить. Там жили Колодины, по-моему. Я даже не помню. Вон одно вот окно кухни. Почему-то там нет пластикового окна. И вот пластиковое окно, вон, где у нас была детская. А тут вот женская консультация. Где была женская консультация, сейчас находится Wildberries. Так, пойдемте там дальше. Так, иду на берег. Вот течет Маданкулька. Так, вот в этом доме проживала почти половина моего класса.
Так, я иду. Дальше, вот я не помню, где кто жил. Но вот это, по-моему, второй этаж, вот балкон. По-моему, здесь жила Таня Афанасьева. Если я не ошибаюсь. Так, идем дальше. Вот мост, по которому мы ходили на стадион. Ну, летом. Течет река Маданкуль. Маданкулька, вон там стадион. Эх, как хочется пройти по стадиону. Вон там дальше. Дома, где жил Андрюх Путинский. Так. Здесь жил Юрка Старстин. В его квартире стоматолог. Двор, конечно, немного изменился, но не так кардинально, конечно. Та же улица, три дома, где было все просто и знакомо. Где без спроса ходили в гости, где не было ни зависти, ни злости. Так, вот в этом подъезде. Где нет зависти и злости, милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором.